Кабинет министра уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелова распоряжением правительства от 13 мая, номер указа 519. Уволить Погорелова Ярослава Андреевича с должности председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87 Закона Украины о государственной службе. Другим распоряжением номер 522 правительство возложило временное исполнение обязанностей руководителя Госрезерва на заместителя Погорелова Никиту Барабаша. Напомним, в сфере сообщили, что начальник управления Государственного резерва поймали на предоставление 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Тогда председатель Госрезерва Ярослав Погорелов заявил, что информация о любой попытке дать ему взятку сразу будет передана в НАБУ. Погорелова назначили председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года. Также ранее писали, кабинет министра Украины уволил его председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова с занимаемой должности.